вышло в свет издание обновленной Конституции Беларуси. Итогом проделанной работы после референдума стал выпуск книги на русском, белорусском и английском языках. Перевод на иностранный сделан для информирования о поправках и изменениях заинтересованных лиц как на территории государства, так и за его пределами. В Беларуси растет экспорт медицинских услуг – более 9 миллионов долларов. Это прибыль только за 3 месяца. За врачебной помощью приезжие обращаются не только в столичные центры, но и в областные. Специалисты отмечают, с открытием границы без виза для некоторых соседних стран доход возрастет еще больше. В стабфонде Могилевской области на треть вырастут объемы закладки многих овощных культур. Под них площадь увеличили вдвое. Уже засеяно 45%. 1,5 раза под картофель. Руководители сельхозпредприятий и фермерских хозяйств отмечают, спрос превышает предложение. В Могилевской области госавтоинспекция проводит профилактические рейды. ГАИ призывает не оставаться в стороне и сообщать по телефону 102 о фактах нахождения на дороге нетрезвых водителей. Такой звонок поможет избежать трагедии и спасет чью-то жизнь. Утром в Бобруйске поезд «Гомель-Минск» сбил велосипедиста. Инцидент произошел на станции Киселевича. Известно, что 18-летний парень был в наушниках и по предварительным данным не заметил Штадлер. Пострадавшего госпитализировали. Подробности ЧП в 20:30 на телеканале «Бобруйск-360».